Прозрачная процедура подачи заявлений на зачисление позволила родителям не только своевременно отслеживать статус заявки, оформленной в электронном виде, но и оперативно вносить изменения в список желаемых дошкольных учреждений. Но мы прекрасно понимаем, что не все родители согласятся с теми местами, которые предложены им. Кому-то в силу географического принципа неудобно будет, и они будут отказываться от представленных мест. Соответственно, все освобождающиеся места будут повторно распределяться в течение летнего периода. И подача заявлений, и дальнейшее зачисление детей в дошкольные учреждения идут при помощи электронных ресурсов. Возможность пойти в детский сад уже с 1 сентября этого года сегодня обрели 11 079 детей. Из них 3581 человек – малыши до 3 лет. Их распределят по ясельным группам. В счастливый список дошкольных учреждений, в которых открыли группы для самых маленьких, попала заведующая Ирина Мартьянова. В 2019 году здесь встретили своих первых воспитанников. Сейчас малыши выросли и готовы к переводу в младшую группу. Набор в ясли идет вновь. Но даже если с первого раза в желаемое дошкольное учреждение попасть не удастся, в будущем есть возможность занять вакантные места. Очередь – это как живой организм. Она постоянно движется. То есть в течение года также у родителей, и это их право, меняются какие-то семейные обстоятельства, отчисляются, уходят. Поэтому при появлении вакантных мест любой возраст предоставляется вакансия и место в детском саду. Информацию о зачислении, как и прежде, можно проверить на госуслугах. Если ранее заявитель был в списке очередников, статус изменится на зачислен. Также об изменении статуса родители должны информировать по телефону заведующей дошкольных учреждений. В случае положительного решения подать и оформить документы на зачисление в детский сад необходимо в течение лета. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.